Необычный способ добыть себе обед у берегов Мексики. Морской лев преследовал катер рыбаков до тех пор, пока его не пустили на борт. Запрыгнув в лодку, неожиданно гость почти сразу же получил вознаграждение – большую рыбу. Но долго радовать хозяев своим присутствием он не стал и вернулся в воду. К слову, как отметил один из рыбаков, животные в этих водах довольно часто проделывают такой трюк с людьми.